из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Активизирует воображение. Для владельца этого имени качества характера могут проявляться и в отрицательном аспекте. Буква «Г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Люди с этим именем чаще всего веселые, коммуникабельные и открытые миру души, которые оживляют любое общество, приводя окружающих в хорошее настроение. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Главные качества этого имени – изобретательность, коммуникабельность, живость движений и испытываемая сполна радость жизни. Они целеустремленны и привыкли добиваться своего последовательно и неторопливо, оказывать помощь нуждающимся бескорыстно и исключительно из добрых намерений. Эти люди стремятся оказывать помощь своим близким, причем делают они это бескорыстно. Буква «Н» приносит в характер отрицание и сомнение. Буква «Ч» в имени дает способность постепенно, но уверенно добиваться своей цели. Звук «Г» прямо направлен на экстрасенсорные способности. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Люди с этим именем отражают полное стремление к самообразованию, экспериментам и достижению успехов в выбранной отрасли. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.